Следующий вопрос приходит к нам из Российского университета. Какой бы совет вы дали себе в 20 лет, если бы у вас была машина времени? If I had a time machine? Если бы у меня была машина времени, ох. Well, I think it is important to read broadly. Я думаю, что важно на самом деле считывать широко, читать много, не только документальные книги, но также художественные. Если вы интересуетесь технологией, я считаю, очень много фантастики, научной фантастики, потому что вот эти странные истории научной фантастики, потрясающие события, которые там описаны, они повышают наш потенциал. И я думаю, что важно вот такое легкое чтение и документально, и художественно. Если вы хотите развивать инновации, то важно понять множественные научные сферы и интегрировать эти знания, переносить что-то из одного знания, и тогда получается что-то третье, чего не существовало раньше. И, может быть, например, слишком много специализации для очень узких дисциплин, и тогда люди в этих дисциплинах могут не понимать, что именно нужно предпринять, потому что они слишком узкие специалисты. И мне кажется, что нужно изучать разные сферы знаний и потом комбинировать вот эти знания из разных дисциплин. И вот тогда получается что-то действительно новое.